Всем привет, ребята! На канале новый влог. Мы сегодня снова без Сони, но пока мы ее отправили. Она попозже приедет, да, мы ее отправили в Кобрин. Папа отвез ее к автобусу. Она сегодня там у них какие-то мероприятия, да, от лагеря. Привет, задроты! Привет, сидят, привет. Даже головы не поднимут. Едем на дачу. Вы спрашивали в комментах, когда мы будем ставить бассейн. Сегодня? Вот, он день этот настал, день Икс сегодня. С содроганием. Так это бассейн. А снова под бассейн. Да, сейчас поедем. Короче, да. На ковер, может, не? На ковер. Не знаю. В общем, едем. Напитывать воду будет и просто гнить. У нас пока не так уж и жарко. Но бассейн все равно ставить надо, чтобы вода прогревалась. Матуаф надо надуть обязательно. Короче, берем вас с собой, поехали. Да. Как раз позвонили из салона плитки. Мы дозаказывали, нам не хватило плитки, там пару штук. Ну, как пару штук. На третий этаж 4 штучки, а на... О, тут авария. Там езжаем. А на второй этаж там 3 ящичка. Ну, 3 ящичка это 13 штук. Короче, едем сейчас за плиткой. И потом уже отвезем ее на Малиновку, да? Угу. Потому что ребята будут работать в понедельник. Надо уже с утра начинать. И все. И тогда уже едем на дачу. Еще может быть не все, еще может быть не хватит на первом этаже санузел. Нет, я имею в виду на сегодня все по плитке. До бассейна едем на дачу уже за бассейном. Ставить бассейн. Подъезжаем сейчас к салону керамической плитки, забираем здесь, едем на склад. Склад, кстати, недалеко, где-то в Затворцах, поэтому далеко ехать не надо. Да. Отсюда? И он работает только суббота-воскресенье, поэтому все очень сложилось вовремя. Да. Так, я врубил, пацаны, если что. Так, двинь свое сиденье тогда до упора вперед. Федор смотрит бро-шоу, а мы забрали плитку одну и едем за остальной. Ну все, мы привезли ее, по дороге помогли дяде, который пробил колесо, да, помогли мы папа дяде, который пробил колесо, насос папа дал, помогли накачать. И все, сейчас выгрузим и уже поедем на дачу. А, кстати, я прочитала в интернете, что хорошей подложкой под бассейн будет линолеум, поэтому, наверное, купим кусок линолеума. И подстелим его. Ну и, кстати, вот наша красота. Здесь будут, где вот эти вот черные вставки, там будет подсветка проведена, они будут светлыми. Вот так вот. И вот красота сюда, потому что докупали. Вот такой мы возьмем линолеум под травку. Будет у нас травка под бассейном. Ой, какая красота. Ой. Вот там оставить, чтобы там и там, да? Чтобы по траве ходить. Так, здесь. Три, бери, еще две. Бери, тоже накинь. Ай! Да, он круглый, все равно. Дедушка приехал загорать, солнце спряталось. Что такое? Я не буду, Барни, спасибо. Соня, оставьте, положите в холодильник. Мам, открой. Можно, кстати, эту грушу посреди бассейна поставить и плавать вокруг нее. Я реку тоже самое. Не утонет. Не, как не утонет? На ней внизу, вода внизу. Она вот за... Воздуха сколько? Она как поплавок. Смотри, куда кушает. Покажи, Федя, как ты умеешь ездить на велосипеде. Круто. Если поднимется ураган, мы бассейн придется держать. Сейчас, да, уйдите. Спасибо.
Ну что, все, запускаем. Ой, вот такой большой у нас оказывается. А коробка-то маленькая. Коробка-то. В коробке-то он сложенный. Че, и травка видна? Неплохо так. Ну, нормально, по периметру. Камушка-муравушка, дай-ка пойду. Вроде да. Правили? Нет, тут вот еще волна. Я раньше вообще не доставал, а теперь... Так, надо эту баночку с хлором достать, почитать, да, сколько там? Да, да. Все, теперь через месяц можно будет купаться. Когда нагреется вода? За лето придется, надо не купаться. Да. Лето В! Ну что, Федор, дождь начинается, да? Нет. Ну что, нет, начинается дождь, он быстрее наполнит наш бассейн. Может быть, мы сейчас от дождя спрячемся, и бассейн наполнится целиком. И мы будем купаться. Купаться мы вряд ли будем сегодня. Да. Да. Дождь. Бабушка будет. Все, дождь закончился. Бассейна много не набралось. Федор с дедушкой набирают, да, Федюня? Да, о, молодец! А дедушка с очком листики достает. Да, да, помощник у тебя дедушка, да? Классно тебе. Тебе не жарко? Нет. Ну хорошо. Я не устал даже. Не устал даже. Отлично. Было бы прикольно, если бы дно было прозрачное, было бы зеленое. Это ты что, Гоша, делаешь? Фонтан, понятно. Где яблочко? Ой, ой. Apple, да? Apple. Ну что? Дай пошел так. Мам, наша бабушка сделала. Что? Мама, я курочка. И что теперь? И теперь ты плачешь, да? Понятно. Ну, конечно. А папа Сергей у нас тут выровнял площадку, выполол ее и хочет делать кострище. Тут выложить немного плитки и купить кострище когда-нибудь. Чашу. Короче, будем думать, что... Я протираю подоконники. Наводим марафет. Ну что, бассейн почти готов, да? Ну как, все же набрали. Добавляем химию. И теперь ждем, когда он нагреется. И будем купаться. Нагреется он через 2 недели, 3. Ну не знаю, будем смотреть. Смотря какая погода будет. Все, мы накрыли бассейн. И ждем погоды. К нам тут в гости к мальчишкам приехал Кирилл. Играет в футбол. Гошка, ты что делаешь? Позвоночник будешь растягивать, понятно. Сильно не перерастягивай. Так, вот тут вот папа сделал у нас такую танцплощадку. Ра-та-та. Короче, это такая танцплощадка. Тут, короче, мы поставим кострище и будем полить дрова. Вот, красиво. А вокруг посадим траву. Лавку развернем. Привет. И все. Привет! А у нас день следующий. Всем доброе утро. Погода отвратительная. 13 градусов. Пацаны еще даже не вставали с кровати. Мальчишки, привет! Привет! Всем привет! Привет. Я вставал, когда... Ты вставал, когда в туалет ходил, да. Мы все валяемся в кроватях, потому что дождь. Тут особо никуда не выйдешь. Скоро будем раскачиваться и ехать забирать косу. Нам отремонтировали триммер. И еще что-то. Вот Софья спит, Сергеевна. Мы ей вернули телефон. Кто знает, она была наказана. Но мы уже решили чуть пораньше вернуть. Потому что слишком она себя хорошо стала вести. Вот такой вот ливень за окном. Ну что, выходные подходят к концу. Пацаны там вон дерутся. У нас сегодня просто день отдыха. Целый день вот такой вот дождь.
Мы уже все собрали и собираемся домой. Федор еще, правда, спит. А мальчишки, опачки, никак не могут поделить кресло. Ярик прикидывается прибитым. Да, погодка, конечно, не очень веселенькая, но чешем, собираемся домой. Короче, отъезд откладывается, папа решил баню затопить, папа решил попариться, пацаны дуреют, а Федор продолжает спать, поэтому все равно, пока Федор не проснется и папа не попарится, мы не поедем. Вот такие вот у нас супер долгие выходные. Песня крутая, Федор очень любит ее.